Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как же все-таки снять блокировку iCloud учетной записи Apple ID, полностью ее удалить с вашего iPhone или iPad. Я наткнулся на очень одно интересное видео и решил разобраться в YouTube, то есть точно так же разблокировка iCloud, снять Apple ID, пароль, Face ID и все так далее и так далее. Если же это не ваш телефон, именно имеется в виду. Но здесь в видео было и так понятно, что владелец он, эта программа фейковая, но я вам пример покажу, как они это преподносят, преподают, чтобы вы потом в дальнейшем не попадались на таких мошенников. Итак, смотрим, вот нам показывают якобы заблокированный Apple ID. Вот нам показывают, что нам нужно открыть программку, все, туды-сюды, она открылась, нам показывают сбросить пароль или Apple ID, выбираем Apple ID, вводим какие-то определенные данные, жмем дальше, определяется телефон, опять продолжаем, проходит какое-то время и нам выдает какие-то данные. Эти данные мы вбиваем в телефон и якобы они есть правдивые и мы разблокируем Apple ID. Ну, сами прекрасно все видели, но это полностью бред, чушь, там какое-то время что-то там где-то ищет, не объяснив никаких алгоритмов этой программы. И как бы вот сам сайт. Вот так вот сам сайт их не выглядит. Вот сама как бы описание убирает все, что тут есть, инструкция скачать там для всех туды-сюды, якобы вы подключаете, и он каким-то образом это убирает, убивает данные Apple ID, данные Apple ID. И так далее. Просят они 700 рублей за эту программульку. То есть, ну вот, купить там 700 рублей якобы на Windows, на Android, на iOS, на macOS и так далее. Это брехня, актуальна на 24.08.2020 года. Это мошенники, не ведитесь, эта программа не работает. Вот как-то так. Чтобы удалить Apple ID, поверьте, нужно очень хорошо заморочиться, написать в компанию Apple, то скинуть квитанции покупки этого iPhone, семейным, серийным кодом и так далее. Их убедить, то, что вы забыли, и то опять же банковскую карту, номер телефона, какие-либо операции, которые не подтвердят. Это не так просто, как хотелось бы, но возможно. Но не с помощью каких-то вот таких вот программ, чтобы они ломали. Вы представьте, сколько сейчас бы можно было восстановить ворованных телефонов и их продавать просто, либо самим пользоваться. Это полная чушь и бред, не верьте. Если вы знаете какие-то способы, пишите мне мнение ваше в комментариях, для меня очень важно. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока!